Ну, он и рад. Я по главному ехал. Этот мужчина ехал за рулем Рено Сандеро. Он направлялся со стороны улицы Астрономическая в сторону Лобачевского. Однако проехать перекресток не получилось. Со стороны Федерального университета вылетел молодой парень на Деонексе. А он на большой скорости летел, что ли? У вас достаточно сильный удар получился. Ну, что-то я... Да я и не понял. Ну, мне кажется, не очень большой уж, наверное. В пределах, мне кажется, нормы. А вы как-то сигнали пытались с собой разрушить? Ну, да я ничего не понял. Я по главной ехал. Я хотел уйти вправо, влево. Но мне так не удалось. Как только сотрудники ГИБДД оформили протокол, молодой водитель, управлявший Деонексе, сел в автомобиль друга и уехал с места столкновения. Комментировать аварию парень не стал. В результате удара у обоих авто вырвало колеса, а также были разбиты бамперы, крыло и капот. Медицинская помощь водителям не понадобилась. Лесна Латыпова, Игорь Бызов, эфир 24.